Да, вот это да. Каждый раз прям удивляюсь. Было понедельник, празднуют, что новая неделя, да, что там конец июля приближается. Пу, просто как один миг, а вот она и долгожданная пятница. Всех приветствую, дорогие друзья. Как ваши дела? Так, стрим пошел, не пошел, сейчас проверим. Один миг. Да, стрим все пошел. Ну, слушайте, ну это что-то вообще, я не знаю, ничего себе летит, как время. 26 у нас, да? Пятница 2024 года. Так, друзья, ну что, какие дела? Поиграем, да? До вечера. Ну, уже даже не до вечера, а где-то ближе к вечернему времени. Ну, а потом жду всех в телеграм-канале. Пятница, суббота, воскресенье. У меня самые рабочие дни, в общем, поездки по городу. Эти вещи только пока в телеге. В общем, там кругляшочки, видео, показываем город, мои дела, вот все такое. В общем, присоединяйтесь. Жду всех, короче, там вот это у нас вся тема. Так, копим на телефон для стрима. Так, сейчас я проверю Twitch, что-то мне. Ну, наверное, вряд ли верится, мне, ну, качество вернули. Ну да, нету. Увы, ах, Twitch не дает мне никак. Транскодинг не дает смену качества. Ну да ладно, в общем, если что лагает, а то в последнее время, блин, с этими серверами, с замедлением с YouTube. YouTube вообще в последнее время очень печально как-то все работает. Короче, грустно. Грустно, все печально. Так, Андрюша. Андрюша, тезка мой. Спасибо большое. Спасибо большое за донат. Рад, что тебе нравится контент в телеге, который я делаю. Вот, осталось чуть-чуть, ну, вместе с твоей 1000 рублей. Большой донат. Редко такие донаты, кто меня поддерживает. Привет, Алекс. Вот, и, в общем, собрали и того. В общем, я уже перевел на счет, типа, как я его называю, кредит. Ну, конечно, никого не кредитный. Но я там коплю, в общем. 9000 рублей, это вот мы с учетом маленечко, так сказать, ну, 1,5 недели, короче, да. То есть это полная неделя, даже не полторы, а за, даже за две можно, да, потому что на той неделе со вторника, а, со среды. За той неделе со среды, ну и по сегодняшнюю неделю. Вот, собрали уже, короче, 9000 рублей. Ну, то есть, как собрали, конечно же, я заработал. Ну, и благодаря, конечно же, Денису перевел, поддержал денежку. Вот, Серегин донат я оплатил интернет. Вот, и Денис поддержал на 600 рублей. Ну, от Андрюка, ну, и я остальное все заработал. Короче, как-то так. В общем, посмотрел я там, какой телефон покупать. Вот это все, скорее всего... Даже не знаю, то ли Poco, то ли Xiaomi. Ну, в общем, тот и тот по камере хорош. Главное, чтобы, короче, не лагал. Так, ладно, давайте поиграем, благо время. Блин, летит вперед. Неделя просто полетела, я в шоке. Так, остановились. Мы в Elden Ring тоже такие. Короче, какая-то у меня тема с интернетом, я не понимаю. То отрубает интернет, блядь. То, блин, отрубает, ну, на той стороне, да, так сказать. То отрубает у меня интернет пропадает. Я не знаю, что за косяки. А еще и пришло объявление, что интернет с 1 августа на 100 рублей поднимет. Блин, черти всех. Вообще черти, короче. О, здравствуйте, хорошего стрима, отличное настроение. Привет, Миха. Рад видеть, как у тебя дела там. Кстати, не могу никак твой канал найти ее по РСТ. Наверное, то он у тебя также называется, ведь я понимаю, Миха 48. Ну, ты ми... Ой, это ми... Лайф, ВК Плей, Лайф, Миха 48 рус, почему-то не видит никак. Убил всех уже. Да какой, Алекс? Ты что, всех? Еще до всех далеко. До всех далеко, но впереди нас сейчас ожидают два мощных босса. Так, но прежде, на... я вот остановились на том, что я там побежал в одно место и не допрыгнул, да? Сейчас вернемся, будем туда пытаться прыгать. Эх, опять этих всех, блин, перебитки. Ну, короче, по-быстренькому. Да пошел ты. А, я по нему не попал. Зараза. Так, фонарик включим, да, я думаю. О, вроде эти нижние меня не заметили. О, отлично, это хорошо. Мне еще до всех как до луны 50 часов наиграли. Я думаю, минимум на все прохождение плюс-минус 100, 150 уйдет. А, засекли, зараза, да? Засекли. Давай, не отставай. А, я никуда не тороплюсь, Алекс. Мне зачем отставать-то? Я никуда не тороплюсь. Сейчас у меня вулканово поместье, а потом вот сюда я пойду. Я остановился вот здесь вот. Вот эту еще полянку проверю. Ну, короче, сюда надо. Только это я не понимаю, почему вот эта вот боковая тропинка дороги и беззаконие показывает вот сюда.
Когда я задел, может быть, оно куда-то сюда ведет. Хз. Так, ладно, шли. Так, вот этого надо по стелсу, чтобы с ним сильно там не агриться долго. Ну его нафиг достал. Давай, давай, давай. Давай, иди сюда. А, держи. О, их что-то там понаписал. Так, где-то здесь нас вальнули, да? Угу. Да, вот здесь я стрим закончил, и меня убили на этом деле. О, Алекс, может, мне сейчас подскажешь одно дело? То, что я хочу сделать. Мост я уже здесь поднял. Ну, нормально. Дела хорошо. Спасибо большое. Отлично. Когда хорошо дела, меня всегда радует у людей. Вчера достиг цели, нафармил 3,2 миллиона рун. Офигеть. 3,2 миллиона душ. У меня такого даже Dark Souls, по-моему, не было. Повысился до 169 уровня. Выровнял книпы, очки, характеристик. Плюс по мелочи вообще вчера весело было. А ты дополнениями купил? Ну, блин, нифига себе. Нормально так. Еще DLC. Да, DLC еще купить надо. Пока я его куплю, блин. Ах ты, зараза, траванула, да? Ты такой негодяй. Да, DLC еще далеко. Мне пока об этом даже рано думать. Я в любом случае куплю года через два, как минимум, наверное. Пока не появится, пока цены не упадут. Так, значит, зачем я сюда пришел? Уй. Плюс куча других игр. Так, короче, вот, я сюда пришел, потому что меня интересует вот та штучка. Отсюда можно до туда допрыгнуть или нет? Первый раз я прыгнул, не допрыгнул. Мне кажется, я спрыгнул не с самого края. Все будут брать однозначно. Да, возьмем со временем. Я пока не тороплюсь. Вот здесь вот, короче. Меня вот та вот штука интересует. Или туда попасть надо через другое место. Вот к той штучке. Внизу я уже все прошел. Мост я поднял. Вон там внизу какой-то ящер бегает. Нет, отсюда прыгать придется. Так все-таки можно допрыгнуть или нельзя? Я даже могу сказать, что там. Да что там меня не очень интересует. Меня интересует, как туда долезть. Сверху можно упасть, но очень аккуратно. Наверху я был. Только разгон бери. Сверху. Ну блин, чтобы наверх попасть, там я опять всех обходить надо. Это же там, где вот эту штуку... А, нет. Ну да, это мне обходить надо. Ладно, давайте попробую сначала, что я хотел сделать в прошлый раз, а там посмотрим по ситуации, короче. Блин, у меня там просто прыжок не получился. Так. Ну ладно, понятно, с самого краешку, да? Нет, увы, ах, не допрыгнул. Допрыгнуть нельзя, ну это я уже понял. Облом. Яст? Ладно, сверху так сверху, тогда это в следующий раз. Сейчас я не хочу там просто париться. Погнали босса смотреть. Так, погнали смотреть босса. Так, это надо нам вернуться, по-моему. Так. Вроде бы сюда, да? Фу, сверху, короче, с помощью кошки, да? Ладно, пошли. К боссу я еще даже не заходил. Сначала нижнего попробуем затраить, а потом уже верхнего. Блин, у меня... Так, а сколько мне на уровень надо? 34 тысячи. Ну, в принципе... В принципе, да? Тут я набрал по пятерке даже. Да, можно уровень прибавить, чтобы это... Давайте, короче, прибавим. Сразу силу прокачаем, или что я там качаю, не помню.
Контракты выполни, заберешь уникальную броню. Плюс талисман на ХП. Талисман на ХП я уже взял. Если ты имеешь в виду вот этот плюс один, который медальон с багровым янтарем. Его мне уже дали. Так. Если ты про это. Ну а контракт, да, надо выполнить. Так, 4, да? А, 2. А, блин, не хватило все равно, да? Ну ладно. Я просрал, хоть ты забери. Нет, другой. А, другой будет? Ну тогда ладно, тогда окей. Так, ну что, 31, да? А, надо 34. Ёп, просто еще не хватает. Блин, тут как бы чуть-чуть осталось. Так, чуть-чуть, да? Там можно собак повалить, этих повалить тут недалеко. Тихо, тихо, вы вытянул свою шею. Шеелист. На театр, на, держи. Так, тут один собакевич. Это я помню момент. Да ладно тебе, блин, кидатели. Каратель. Так, ну что, хватает? 4500, 3400, отлично. Они забавные, эти змеюшки. Ну да, особенно, когда свою шею, да, вытягивают. Так. Ладно. Что мы там качаем, мне, у нашего главного героя? Так, а, да, продолжаем силу качать, да? До 40, чтобы взять тот меч. О, смотрите, нам сила и урон дает, ну, защиту дает, да? Неплохо. Чтобы полностью контракт выполнить, нельзя убивать главного босса вулканового поместья. А, да? Подождите, а главный босс он где? А, так я еще здесь не был. Погодите-ка, вон я еще наверх. А главный босс, я так понимаю, он вот здесь, да? Вот в этом... вот тут, по-моему, был какой-то вход, но я туда не забегал. Вот этот главный босс здесь? Ну, обычно заходишь, но у меня такое чувство, если я сюда зайду, скорее всего, здесь будет босс. Он под землей в пещере. Под землей в пещере? Нет, не он главный босс. Подождите, так а я вот там не был еще, смотрите-ка. Вот, а, ну, возможно, это сюда, туда, и мы туда попадем. Ой, про тебя-то я забыл! Ой, да вы серьезно? Да, блядь! Да... Ядрёт твою за ногу, а? Про тебя-то я забыл. А, этого можно убить, да? Так, а вот там еще какой-то у нас монстр был. Ёпакарёк, блядь. Я вот еще в Elden Ring заметил, если тебя начинают цеплять, все, концентрация у персонажа просто тупо теряется, я ничего не могу сделать. Вот как-то в Дарке маленько в этом плане... Ну, блин, опять же, да? Игра в открытом мире. Тут как бы надо концентрацию тоже вот эту прокачивать. То есть прям все, персонаж теряется и до свидания. То есть урона вообще нельзя получать. На, держи. Угу.
Так, я вот тут какого-то, помню, босса нашел. Ну, не босса, а там кто-то ходит, какой-то монстр жирный. Так, вот здесь нам как-то вниз, я помню, можно спуститься. А, вот тут вот, по-моему. Там возле вулкана ходит. Я от него убежал. То есть, короче... Так. Ай, твою мать. Тоже этот резкий... Так, сюда вроде бы, да? Да, вот здесь какой-то. Поставь на щит заслон, просто совет. Он когда потный, фейт может нехило так помочь. Тратит ману, но немножко. Ага. Ладно, посмотрим. У меня как бы топот стоит, ну... Ой, не топа, это... Вот этим, ну что-то как-то не очень заходит. Короче, вот здесь какой-то змеюка ходит. То ли босс, то ли не босс, я хз. Я с ним не стал сталкиваться, но я думаю, наверное, меня он убьет. Вот он. О, нихера у него жизни. А, ну это даже не босс. Ой. Это мини-файт, да? Так. Не получилось. Ну ладно. Пробуем еще раз. Блять, откинул свою вулкановую херню. А там кругом вулкан. Это мини-босс Макаруша, да? А зачем я тебя буду каждый раз вообще убивать? Просто тупо пробегаем, я думаю, да, наверное? Мне же он как бы нафиг его каждый раз траить. Как раз сюда. Он же за нами, надеюсь, не упадет. И этого тоже смысла, я думаю, нет, да? Пусть бегают тут. Чтобы баланс был высокий, нужно этот тяжелая броня. Это качает стойкость металла. Да, у меня, кстати, есть новая броня какая-то, я ее в сундук убрал. Далее за кого-то. Вот, ну прям, ну переката с ней, к сожалению, нет. Ну вот это тоже неплохая, кстати, броня. Блять, он меня просто тупо задвигает. Еще как-то лавой ходит. Макаруша, значит, да? Ну давай, давай, Макаруша. Блин. О, нормально так. Я чуть не снес, а. Так, нахер. Похер на босса, короче, ну, потом. Мне еще камень плюс 7. Слон можешь выбить из ночного всадника на плавучем острове. Он возле дамка ошивает. Врели, жалко. Не, я ничего убивать пока не хочу. Пойдем дальше. Так, надо метку поставить, что типа здесь есть босс. Хотя, я думаю, я про него не забуду, наверное. Так, я так понимаю, с этим мы также здесь один на один будем, да, призвать некого на помощь. Медузу что-то мы его быстро вынесли. С пару тычков, так сказать.
Вроде нету никаких меток призыва, да? Блин, жаль. Про такого забудешь, ну да. Не, ну может из памяти, конечно, вылететь. Знаешь, сильно далеко там куда-нибудь уйти. Ну, подзабыться, так сказать. Так, нету никого призыва. Ладно, пофигу. Пошли, посмотрим, что здесь за чудо-юдо-рыбакит. Ну, если здесь, конечно, босс. У меня такое чувство, что да. Ну, по крайней мере, тут так все выглядит шикарно. Аристократ божественной кожи. Да. Логично. А, япона мать аристократика. Да, блять, дым вон этот. Слышь, ты аристократ. О, как меня хвостом-то ударил. Медуза, трави его. Давай, давай, трави, трави, трави. Да сучоныш. Отлично, ну одержи, ну сука. Нормально затащили. Ой, сейчас что-то сделает мощно. Ой, по-моему, вторая стадия, да? Вау! Это что за хуй? Что за херня? Любят босса вокруг себя кружить. О-о-о. Щит помог. Щит прям вообще помог так нормально. Тихо, тихо, тихо. Да тихо! Зараза. На, за. Не, сучоныш. Не, держи. Нормально. Вау, 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 вау. Тихо, тихо. Блять, что он сделал? Да ёпара сэте. Пару ударов осталось-то. Медуза! Да ударь ты его! Да ёб! Пиздец, я его ударить не могу. Он сам себя убил! Аристократ божественной кожи. Он убил сам себя. И вот такой вот был. Это жердяй, а? Это жердяй. 50 тысяч за него нифига насыпали. Нормально, благородное присутствие. Сам себя, короче. Я нашел тут одно место, где эти, ну, два крутящихся монстра тоже сами себя убивали. Слушайте, ну было бы обидно на одном ударе, да, на нем умереть было бы. Было бы прям вообще несправедливо. Так. Так, благородное присутствие. Значит, древняя сила аристократов божественной кожи. Заклинатель выпячивает живот и создает ударную волну, отталкивающую врагов. При накоплении заряда молитва усиливается и подбрасывает противника в воздух. Эта молитва, которая некогда олицетворяла гнев богов, стала ценным трофеем, добытым аристократами в охоте на богов. Так, меч какой-то, да? Сшиватель божественной кожи. Ну, тоже такой неплохой, да, для ловкости. Элегантный колющий меч с серовато-зеленым клинком. Оружие аристократов божественной кожи. Их мастерство фехтования даже не снилось ни одному простолюдину. Размер меча ничуть не мешает проводить серию молниеносных атак. Пронзающий выпад у него. Д'Артаньяна вперед меч называется, да? Фу, так, и, короче, кузнечный камень. Плюс 21? Да плюс 21 можно снаряжение качать? Траву убила, медуза траванула же. Ну, будем считать, что
Убил он сам. Не, почему, почему Медузу? Медузу-то он убил мою. А он от своего взрыва. Так. От своего взрыва лег. Ну, по крайней мере, так оно выглядело. Так, ладно, сила. Плюс 39. О, отлично. Ладно, до 40 качаем. Мне надо. Мне для того меча надо. Я не знаю, еще надо будет сравнивать потом. Меч не меч. То есть нужен он мне там или нет. Так. О. Сейчас, погодите. Здесь какая-то змеюка что-то охраняет. Змеиный амнион. Какой-то сюжетный предмет, да? Амнион, в котором развивалось нежданное потомство. Амнион из материнской утробы, где вплоть до омерзительного родила обряд. Развивалось нежелательно потомство. Никогда не высыхает, сохраняя влагу на длительный срок. Возможно, этой дамочке, может быть, отдать, да? Которую нам в поместье, это вот здесь вот, где она. Так, вот здесь вот вроде, да? Рай Лукарий, которая. Ренала. Ну, может, нам жизни восстанавливать. Так. Ладно. Блин, красиво. Яд убил его. Тут нет боссов, которые сам сами себя получают от урона. Не, ну я же говорю, убил-то яд, но я буду считать, что он убил сам себя. Просто так, так смотрелось. Бить-то понятно, что яд убил. Это логично. Так. Но фишка в том, что он сам себя, он же мою медузу-то кокнул. Так. Чё? Может быть, сюда ударить, нет? Нет? Ладно, ходим. Так, сейчас сразу проверяем, есть ли что-то внизу. Угу. То есть вниз можно спуститься, да? Наверное. А, не, нифига. Зараза. Ладно. Значит, короче, надо пойти контракты повыполнять, да? Чтобы не просохатить, да? Да. О. Понятно, понятно. Глянем, что здесь сначала. А, здесь проход. Так, ну это в эту сторону, да? Ладно. Ну сюда явно можно, да, спрыгнуть? Эту штучку забрать. Да, там еще что-то наверху, там наверху. Короче, три прохода. Ну ладно, пошли первый проверять. Был у меня интересный случай. Зашел я как-то в кореанский зал. Там долбанный маг, я его еле забил первый раз. После того, как башню перевернул с ног на голову, он заново появился, но он сидел на перевернутой арке. И по сути его магия херачила его самого. В конце концов он завалил сам себя. А, ну видишь, Алик, все-таки можно, наверное, завалить. Но это обычный был маг, да? Так. Получается налево. Сначала тут пройдемся. Блин, сейчас чуть на голову что-нибудь тут свалится, как обычно. Короче, финальный босс в пещере. Главное, мне финального босса не вольнуть, да? Чтобы это не облажаться в этом плане. Так. Я про боссов говорю, не про мобов. Ну, ясно, ясно. Типа вторженцы усиленные ХП. Ну, я понял, красные которые, да? Угу. Не, вот в Bloodborne, не помню, сколько веселья было. Прям вообще пипец. Там же нет вот этого чита всего. Ну, и так далее, там подобное. А, смотрите, обошли, ага. О, золотая руна 9, нормально. Плюс он жестко спамил магическими стрелами. Это, блядь, маги любят делать, блядь. Так. Секретики есть какие-нибудь потайные комнаты? Чтобы я тут долго не это, не парился. Не высматривал. А, ну получается, это сейчас туда обойдем. То, в принципе, без разницы. На удивление странно, почему никого нет.
как-то такое себе, да? Ну ладно, буду надеяться, что я не увидел 14 косарей. Ладно, прыгаем нафиг. Ой-ой-ой, тихо. Золотая руна 12, ничего себе. Короче, надо это, руны мне потратить, героя прокачать. А то я их коплю-коплю, только я понять не могу, для чего. Смысл мне этого копления? Наоборот, надо тратить. Секретов полно, ну да. Профессор Мириам, вот как его звали. Мириам? Блин, не помню. Ну, какого-то мага я тоже валил. Было дело. Так. Вот это то место, да, где открытая дверь. Понятненько, понятненько. Так. Ну, я... Не, ну сначала наверх сходим. Посмотрим. Блин, откуда же вас тут так много? Кстати, Алекс, я там к тебе на канал заходил, ты там, я смотрю, это Dark Souls 3 проходишь, что ли? Перепройти решил или что там у тебя за планы какие? Бабочки. Блин, начинать с крафтом с этим разбираться, ёб. Даже, блин, такое себе. Непонятно, чё, где, почём. По лаве тоже вот колечко какое-нибудь будет, чтобы можно было по ней или нет, бегать или нет. Графика красивая, конечно. Ну, в плане графония, да, конечно, уже Dark Souls прям вообще отдыхает. Это ремастер, хоть не ремастер. Уже сделано круто. Призывающие пальцы эти. Тоже, блин. Так, чё, не спадаем. Лава такая, да, шикарная. Конечно. Сейчас же. Груду камней захотел спросить. Ха-ха, днищен. Так, о-о-о. Слушайте, ну блин, сейчас тут тоже на голову кто-нибудь вылезет, да? Вот отсюда возможно? Блин, лава прямо из город. Фига себе. Наверху что-то происходит. Так. Когда первый раз играешь, я просто не знаю, что впереди. Блин, страшно идти вперед. Смотри, тут аккуратнее. Да я вижу, тут можно навернуться, прям вообще пипец. Особенно вот так вот сверху. Прямо тут там шли, да, одно было. А где я свой труп пропустил? Тут девица катается. А, это полукруглый, который как... Блин, а что где-то труп... А, этот меня же убил, точно. Дракончик с нулевыми душами. Можно успеть в окно, понятно. Но я, как обычно, не успею. Хочется проверить, что там. А, там дверь, да? О, нормально. Она, надеюсь, не обойдется с той стороны? Ага. А, тут ничего и не было. О, япона мать, да серьезно?
Так, дружище, у тебя там он с огненным еще мечом каким-то, смотрите-ка, нифига себе. А, тут еще и вниз можно. Вау. Так, дружище, а ты там что-то охраняешь или... Нет, там проход наверх. Так. Огненная смазка с нитью. Блин, я там в одно место, конечно, не сходил. Так, волки тут или кто? Тут маги, по-моему, какие-то. А, эти бегающие. Ну, это ладно. Качаю, качаю силу, урона все равно не хватает. Справочник проповедника. Интересно. Так, рецепт записан человеком, который не сумел пойти в служение пальцем, и вместо этого отправился проповедовать святое учение. Прочтите его, чтобы научиться создавать молитвостойкую сущую печень, блин. Офигеть. 7500 рун. За руну 12. Шикарно. Ой, я думаю, что у меня процессор-то грузится до 80%, а у меня предварительный просмотр. О, вырубаешь сразу 54. Блин, нифига предосмотр в ABS сколько забирает ресурсов. О, нормально, 61, 55. На то я что-то смотрю, аж до 85 грузит и грузит. Грузит и грузит просто. Так, все, да? Блин, у нас еще там же проход был один, ну ладно. О, есть руна героя, у которых 50 тысяч. 50? Ну, дальше, да? Ладно. Миха, ты мне говорил, я просто запамятовал. Ты каким героем играешь? Ну, ты кто там? Лучник, маг, воин? Ну, на что акцент делаешь сейчас? Перекачивал, не перекачивал заново? Так. Есть руна Марики, тоже собирательно, там 80. А, 80 даже. Фига себе. С ума сошли. А, ну тут тупик получается, да? Где мы в окно спрыгнули? А, вот еще можно. Блин. Еще и вниз можно спрыгнуть, да? По любасу. Ладно. Мечник база. Ясно. Ах ты, сучонок, заметил, да? Серьезно? Да. Я ничего не понял. Почему я не смог отпрыгнуть-то? Да, надо было отпрыгивать, а не бить. Зашибись. Я не понимаю, что за херня в этой игре творится. Все, не работают кнопки. Короче, было у вас такое с геймпадом или нет? Вот Dark Souls не работает, и я понял почему. У меня кнопки перестали работать. Видите, он чит поднял, и он его держит автоматом. Что по кабелю геймпад подключаешь, что без кабеля. Что-то какая-то херня. Перезагружаешь игру, будет все хорошо. Что происходит с этой игрой? Я советую с сенсеем пока без перекачи иду. Что за ебатория? Мне вообще вот это непонятно. Что вот, в чем причина? В других играх нет. Но если бы косячил геймпад, тогда бы косячило в других играх.
Ну, с геймпада без стрима я играю там в Mortal Kombat, как бы все отлично. Ну и в Tomb Raider. Тоже нету таких косяков. Блять, в Elden Ring есть. Уже геймпад обновлял через аксессуар Windows. Ну, прошивку там. Да я и понял, почему я... Тут иногда пропадают кнопки, с чем связано, я не знаю. Перезагружаешь игру, все работает. У меня не было. Ну, вот видишь, у меня есть. Хотя, опять же, вот, да, вот, ну, Dark Souls такого не было ни разу. Именно с патчами стало. До патча, кстати, не было. Вот именно до этого патча гребаного 1.12. Ну или там вот это 1.12.2. Короче, который патч на 20 гигабайт стало вот так вот. Блин, я подсказал насчет геймпада, ну извини. На клаве, да, играешь. Вот этот патч, который вышел, 1.12.3, начал косячить. До него как бы было прям вообще отлично. Ну вот сколько я играл, да, в Elden Ring. И без стрима было дело, играл там. Ну, как бы... Все, перезагружаешь игру, все работает, блядь. Мышкой в опции загляни, когда ловишь баг. Может, идет автовыбор на клава-мышь? Ну, что именно поменять? Я вот уже автозахват отключил. Так, клава-мышь. Поворот камеры. Где это? Где посмотреть? Устройство для подсказок. Геймпад. Настройка кнопок. Движение курсора, меню карты, клавиатура, мышь. Что, где, где? Пац, клавиатура. Ну, что посмотреть? Автовыбор. Где это? Кровь, субтитры, интерфейс, показки, обучение. Геймпад, помечать предметы. Это поворот камер, камеры при закрытии обзора, видеоэффекты. Это захват, прицеливание вручную. Не понимаю маленько, какой нужно вот тут. Вот, короче, из-за этого я вот много раз уже попадал, блядь, беспонтово. Я имею в виду, что отключается геймпад от управления. Не, ну я... Не, отключается не геймпад от управления, отключаются клавиши некоторые. Клавиша отскока, ну, переката, клавиша поднятия щита, потом он сам щит поднимает и держит, вот. Короче, как-то так. И причем стало в последнее время срабатывать очень часто. Я не знаю, в чем проблема. Но даже вот, смотри, я мышкой шевелю и тут же на геймпад переключаюсь. Все нормально. Ну вот там Escape, да, вот там с мышки, ну с клавиатуры бегаю, да. То есть раз, например, ну, чик на геймпад назад. Ну, то есть как? По сути, виной этого всего багов и вылетов у некоторых это из античит программы. Так, в интернете пишут? Я вот, кстати, не смотрел, да. То есть что мне сделать? Elden Ring переустановить? Что сделать, чтобы нормально все было? Так, ну вас нафиг, короче. Не хочу вас убивать еще. А, дальше придется убить. А, античит. Ну это который запускается перед запуском программы. Ну а как это античит может на геймпад влиять? Я говорю, ну первый раз такое, блядь, сталкиваюсь с такой херней.
до свидания. Вообще, Elden Ring, если честно, по оптимизации какой-то. Иногда мигают текстуры почему-то. Я ничего не понимаю. Что за херня? То есть, вот как-то странно. Ну, просто... Чего не было в Дарке, да? А что, он не бэкстепится, что ли? Вообще, как бы, сам Elden Ring сделан, ну, ой, ёптвою мать. Ну, то есть, тут как-то говно оптимизация, если честно. Насколько качественно сделан Dark Souls, да, тот же Bloodborne, ну, в плане, что не косячит. Насколько, как, блин, как-то здесь беспонтово все. Ну, как же так-то? Налажать, блин, на ровном месте. Так, ладно, понятно. Да, у многих проблемы из-за античит-проги, а ничего не сделаешь. Хоть что крути, верти, либо само пройдет, либо так и будет баговать изредка, либо прочасто. Вдруг вообще был баг, после каждого босса победа игра хоп улетает. В Миядзаки все сложно, даже может быть кроется проблема в античите, кто его собаку знает. У меня в последнее время ошибки стали вылиты. Но я думаю переустановить, потому что... Короче, когда выходил патч... Ну, на игру. Так, где там это? Шипит, вертит. А, вон внизу. Короче, когда выходил на игру патч, вот, ну, игра обновилась там на 20 гигабайт чем-то. Вот это уже после DLC, который. 1.12.2, потом 1.12.3, вот этот бы... Ага. Вот, и, короче... Так, что-то я сильно низко, да, спустился, по-моему. Хотя нет. Вот, ну, тупо, как бы, перестановка, может, поможет. Не, вылетов у меня еще пока не было, слава богу. Ну, такого вот, вылетованов или еще что-либо, как бы, нет. Но опять же, это компьютер же, да? То есть у всех у нас разные, как бы... операционная система... Не понял. Это я пришел назад, что ли? А, ну да. Понятно, обошли с обратной стороны. Ну, разные там системы, драйвера и так далее, и тому подобное, да? Да, понятно, вас. Так, я видел, там можно в окно спрыгнуть, кстати. Любимые Миядзаки вещи тянуть за рычаги, да? А попробуем. Если получится, конечно. Только я вот не помню, с какой стороны окно было. Бляха-муха. То ли с той, то ли с этой. Ага, понятно, значит с этой. Так, это мы куда приперлись? Тут какой, а? Машет тут своими. Мечевидный ключ, прекрасно. Так, это у нас 4, да, но есть что открывать. Блин, значит, там напропускал в начале игры. А вот комнат никогда не станут грешить. Единственное, что может быть, это Nvidia накосячила драйверами. Ну, как бы да, тоже возможно. Но, блин, если бы Nvidia накосячила с драйверами, косячила бы в этом плане у всех по драйверам. Ну, нет. Хотя, опять же, столько видеокарт, да, у кого-то 10-я серия там, да, у кого-то там 20-я, вот как у меня, у кого-то вообще 3-я и так далее. Тут как бы да. Ну, блин, ну такой косяк я давно не встречал в играх, чтобы вот так вот косячило.
Прям вообще очень давно. Так, там эта штука. Только сперва надо глянуть. Я так понимаю, здесь отсюда-то я не выберусь, да? Да, высоковато. Ну, короче, вот у меня такой косяк с геймпадом. Меня это прям вообще напрягает, писец. Ну, то есть, вот эта вот перезагрузка игры. Ну, короче, надо игру переустановить, я понял, ладно. Переустановлю тогда. А, тут вот еще, кстати, окно. А, погодите-ка, это я не заметил. Блин, надеюсь, эта штука не улетит там никуда. Здесь еще камень. Отлично. А, тут, по сути, можно и туда прибежать. Ага. Ясно. Ой-ой-ой. Ну, игра только обновилась с этим DLC, мелкие фиксы еще будут. А так у всех ромовских игр оптимизации не было прям новостей. Бладик страдал, Дарки все правили со временем. Ну, может быть. Ну, видишь, я уже в Dark Souls и Бладик играл после, так сказать, патч. Первый Dark Souls я проходил, уже был этот, как его там, бла-бла-бла Edition, да? Вот. Потом ремастеры, да, уже. Второй Dark Souls тоже я играл, только шкаляр. Во второй... Блять, ну... Не, надо отойти, тут не вариант. Еще и двое их тут, блять. Тихо-тихо-тихо, на, держи. Тихо-тихо, не суетить. Ну, то есть я уже играл в эти игры после патчи. У меня 360. Ну вот, у меня 260 супер. Так. Ну а ты, дружище, что застрял? Зараза, прямо из огненной лавы вышли, да? Ну иди сюда. Ну, давай. Ну давай, давай, давай. Давай, 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 родной. Иди сюда. Иди, 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 иди. Короче, за античит. Да вообще нахер, по сути, бы вот этот античит. Не, можно же запустить без античита, но тогда... Не будет, не сработает там всякие трофейчики, фигейчики, ну вот это вот все дело. Ну, то есть в офлайн режим. Ну, да, проблем не будет. Ну, короче, вот такой проблемы у меня не было ни разу, ну, в Dark Souls, чтобы отказывало управление. Ну, это пиздец. Это самая такая проблема, когда управление отказывает в игре, да? Они так смешно падают, даже когда с луком большим херачишь, он такой, опа, и на жопу упал. Вот, кстати, мне лук нужен. Лук прям вообще нужен. Лук, да, прям. Жду, не дождусь, когда будет лук в игре. Один какой-то я нашел, но... Так. Блин, я еще... вот они из Dark Souls, лягушечки, да? Ой, нифига у этой жизни. Вот они, родные. Да-да-да-да-да. Тихо-тихо-тихо-тихо. Блять, нахера их тут? Не-не-не-не-не, отойдем. Это дело они любят, да? Dark Souls, я помню, вроде как бы даже на бошку что-то падало. Ну, ёпара вашу за ногу, вы серьезно, что ли? Надымили-то, надымили. Ну, воевать будем или будем бегать? Хера их там. Так, одна уходит, сыт. Это безумие, да, по-моему, если не ошибаюсь? Ну, если максимум, конечно, даст. Я их там.
Ну что ты уже? Так нечестно! Мы, значит, можем бегать по лаве. Так, нечестно, лягухи. Да, печать смерти, вы погибли. Да, с лягушками, вот она. Было дело. Еще печать смерти заражала меня какая-то, помню, когда я сюда шел. Хрень большая. Зашибись. Так. Мы же здесь, по-моему, да, поднимались? Ну да. Опять этих убивать, что ли, там? Блин, а я ведь в ту сторону не сходил. Это ведь я пришел сюда, да? Ну да-да-да. Там не было еще. Ну ладно, пока... Пока помню, как говорится, на память. Надо идти. Блин, снова этих двоих там гасить. Зараза. Там. Кайфую, да? Кайфунчики, ёпта. Этим вдвоем, что ли, сюда бегу? Да ладно. Зашибись, блядь. Обидно будет умереть. Короче, валим нахер. Не пойдет, не пойдет такая тема. А, они в окно не могут зайти, что ли? А, вообще нормально. А, неплохо. А, что это? Больновато было. А, отдыхай. Фу. Плотненько. Было плотненько. Так, у нас же еще там с этого, ну это понятно, вот наверху с этого был выпад, да, прыжок с той стороны я не проверил. Блин, забуду потом. Ядрен батон, а. А это ведь, по-моему, с той стороны ходит, нет? Ну-ка, я проверю. Да, это, по-моему, ходит с той стороны, где я наверх поднимаюсь. Ну-ка. Вроде бы. А, я же перепрыгнул, типа. Ну да, я же отсюда, типа, как бы сюда вытвал.
А, я назад не могу, потому... Ну да, это наверх, короче, которая ведет штука. Ну да, по-моему, это туда. Ну ёп! За ногу, там эти двое здоровых. И с той стороны я вниз не спрыгнул. Ну, где вот этот... Начало самого. Ну, там потом проверим. Там возле костра этого гребаного. Эх, ладно, лягушки потом. Я убьют. Так, стоп. Иногда этот Децл может спасти жизнь, да? Как так? Почему не закританул? Да, вот сюда вот я хотел спрыгнуть. Давайте сразу спрыгнем, а то я забуду потом. Проверим, что там. Угу. Скоробей багровых слез. Это что такое? По-моему, у меня уже была такая тема. Хотя нет. Головной убор из красного скоробея. Красный скоробей скатывает шарики из багровых слез. Слегка повышает эффективность лечения фляга багровых слез, но увеличивает получаемый урон. Ага. Ну это для мага, короче. Понятно. Так, а... Вот про это место я думал. Ну то бишь куда и как. Это типа назад. Так. Ну, можно еще попробовать вот тут нырнуть, проверить. Надо сразу проверять, короче, места, чтобы потом не возра... А, да, это помните, где я с этой стороны хотел спрыгнуть, глянуть, что здесь за вход. Угу. Что потом я начинаю забывать, блин. Так. О, здесь еще проход. Это где я сверху видел. А. А, стоп, так это мы назад пришли. Почему рычаг внизу? А, ну да, это же было где начало. Ну все, я понял, окей. Ладно, эту собрали. Теперь, короче, остается туда наверх. Ну и... К этим, к лягушкам, которым... И еще в начале, помните, я место пропустил, блин. Ну, блядь. Тоже, короче, в общем, надо сразу. Вот там в начале было спрыгнуть. Ну, в принципе, Алекс сказал, что сверху можно свалиться. Но там я тоже, думаю, наверное, не забуду. В принципе, где лестница. Много раз бегал, как бы. Ну, такое себе. Ну, понятно все, ладно. Так. Давайте сядем на костер. Пополним, а то 7 фляг как-то не очень много. Сказать, что там дальше. Ну и прибавим жизнь это сразу. Так, сколько мне там надо? 36 405. Нормально. Короче, надо тратить. Не зря же их собираю. Сразу 35. Косаря не хватило, да? Так, а это сколько прибавляет?
3800, 5700. Блин. Косаря, да? Ладно. Так, ну за тебя-то косарь не дадут, да еще на тебе и умереть могу, да? Да. Как бы такое себе, да? Прям игли. Хорошо. Сейчас по-быренькому качнем. Не обломаться так. Блин, шея их не длинная, очень, конечно, забавляет. А, ну видите, уже по 900 урон. Почему здесь нету с помощью прыжка, как в Dark Souls, да? Ну, то бишь, как-то странно здесь сделано. Он сверху плохо, да, может быть, тут навыком надо определенно. То есть в Dark'е ты всегда спрыгивал, да? Ну и в Bloodborne тоже, и как бы, ну... Фигачим. А тут что-то как-то... Он прыгает, ну... Беспонтово как-то. Беспонтово бьет как-то странно, непонятно. Не тот удар. Так, ну что, 40-й. Отлично. Так, и, по-моему, надо мне одну ловкость, да? Так, сортировка сундука. Давайте сундук уберем, чем-то там не надо. Что-то у меня тут лево уже поднакопилось. Так, старинный меч. Такой у меня есть, да? Один-один, одно и то же, да? Угу. Так, двойники я продаю. Так, выкладываем. То, что одинарное, я пока оставляю. Ну, то, что по одному. А, вот, что-то у меня тоже одинаковые гарпуны. Так. Ясно. Вот это можно, короче, все будет продать. Так. Посох выкладываем, выкладываем. Это оставляем. Баклер. Выкладываем. Выкладываем. Так, тут тоже маска какая-то. Скоробей. Уже два раза, кстати, скоробей у меня, да? Багрох и блестящий. Ну, то и без шелка. И... Это, вот эта шляпа. Так. А, это два одинаковых. Так, понятно, продаем. Все, что, короче, одинаково. Вот этот вот доспех. Доспех овцы быка мощный. Так. Так, убираем. Я тоже не пользуюсь. Кошку оставляем. Это оставляем. Так. Я хотел меч сравнить, да, кстати. Так, я для чего я качаю 40-й уровень? Я хочу вот этот вот меч. Вот, двуручник с гибридным клинком. Так, нужна ловкость 14. Все, мы его можем уже взять, в принципе, да? Так, у него урон, это мне за босса дали, 162-64. Ну, как бы физика у него мощная, да? Так, это обычные мечи. Этот магия фигачит как будто. Ну, конечно, они быстрые, но... Как бы такое себе. Ну, есть вот такой вот еще. Тоже меч рыцаря тролля. То есть физика, он бьет 124-49, а если магический удар применяешь, ну, двуручника, да, то добавляет, да? Ну, как бы такое себе. То меч тролля 155-52. Понятно.
Чуть-чуть все тоже. Такие вот выпады, не выпады. Никогда вот такие, кстати, мечи не очень любил, даже в Dark Souls с выпадами. Ну, хотя прикольно. Вот говорят, клыки и щейки неплохие, да? 141.56, кстати. Изогнутый двуручник. Удары с воздуха. Потом есть такой. Огонем добавляет, да? Катана, разумеется. Так, вот есть вот это. И вот это все дело, да? Понятно. Все понятно. Все понятно. Так. Давайте по-быстренькому, по-быренькому сравним. Так, значит, нужна ловкость на этот меч. Ну, он также бьет. Он, конечно, помедленней. Хотя, ну да, помедленнее, чем тот. Но если вот так вот сравнить, да? То есть, видите, насколько у него физический удар больше, да? Огонь, молния, святой по 48. Усиленный блок, это нафиг мне не надо. Вес, а, он еще и вес ведь нам добавляет. А, ну хотя вместе с ним мы нормально прыгаем. Хотя весу добавляет неплохо. Бляха, муха. Что-то про вес-то я забыл. 65-53. Ну, в принципе, мы докачали. Вот, и... разумеется, его прокачать надо. Само собой, 162-64. Так, давайте сравним, сколько у нашего было, да? Полуторный меч, 13. Сейчас я быстренько, так, погуглю, так сказать, в поиске. Так, Endel Ring, полуторный меч. Так, у нас вначале было 138.65 параметры по умолчанию. Так, дайте-ка я запутаю. Это после прокачки у нас дало, да? Данный меч имеет хорошее отношение базового урона к требуемым характеристикам, что делает его отличным выбором для сборок. Можно усилить с масками и заклинаниями. Можно делить свойствами пепла войны. Так, ладно, давайте, короче, это... Чтобы сейчас на этом не заморачиваться сильно долго, да? Ладно, все понятно. Мы сейчас сделаем так. Так, ну понятно, убираем. Пока все равно с нашим мечом бегаем. Я уже без стрима это сам посмотрю. Чтобы время не терять. Что время ценное, бежит вперед. А, так, блин, заплутал. Блин, куда нам идти-то? Что-то было. Сюда вроде бы, да? А то мне уже из головы вылетает, где были, где не были, вот это вот все. Как бы это неправильно. Да ёб твою мать, про тебя забыл. Так, ну ясно, короче, там подвал с этими, может быть, обойдем вот сюда вот нам. Нифига тут. Не, смотрится, конечно, игра красиво. Ну вот эти вот мигания постоянно, графики и прочее, меня бесит, блядь. Ты что высматриваешь? А, понятно. Сидит. Ну, блин, вообще красота, конечно.
Так, это с этой стороны, это с той стороны, понятно. Здорово, огненный дракон! Давай, иди сюда. Так, это вот где с той стороны, да? Сейчас проверю. Да, это с той стороны, где мы обошли. Так, понятно, понятно. Идем дальше. Так, я надеюсь, что к этим меня сейчас не заставят идти к ящерам. Да фиг его знает. Такое себе, да? Да, блин, вот задрали. Повязка простолюдина. А, кстати. Да, у нас есть подобная тема. Повязка на голову, которую удерживает ткань на месте. Типичный элемент одежды простых обитателей между землями. Вот только здесь больше не осталось обывателей, сохранивших здравый рассудок. Так, ясно. Это то, что мы взяли здесь наверху, да? Тут вообще прям какой-то Диабло-Диабло начался, да? Готический такой стиль. Так. Еще там один. Перед нам же вроде смотрит, да? А играть все становится веселее и веселее. Ловкости будем тащить пока. С этим щитом поиграем на перекатах. Ну да, это туда вниз. Как всегда говорил, Dark Souls, а Bloodborne, да? Ну это кто играет? Без щита, конечно. Но опять же, тут нет выстрела. Вот многие вот про это почему-то забывают, да? Что как ни крути, но многие выстрелом этим пользовались. Пользуются. Это же тот же самый щит. Духи Bloodborne. То тут подобной темы нет. Ну, если только двуручка какой-нибудь. Что довольно-таки неплохо. Так. Катаны бы, в принципе, тоже так нормально, да? Так, не говорите, что это мы сейчас откроем дверь и придем с обратной стороны в начало игры. Нет. Хотя все идет к тому, да? Что вот сюда вот. Офигеть. Ух, ух. Прах змеелюда. Ну, логично, логично. Ой, даже двое сразу ко мне идут. Ну, давай, давай, давай. Чтобы вы тут застряли возле меня.
тихо, тихо. Не су... Главное не суетить. Главное не суетить. Все нормально. О, он не может пройти. Ага. Он не может пройти. Ну тогда микрим. Вот эти повороты камеры. Давай, отдыхай. О, ёпа-мать. Так, вот эту тему я помню. Вроде как эта штука нам должна... Трон, как в Dark Souls, да? Третьим. Должна прибавлять жизни, но почему-то не прибавляет. Странно. Опа-на. Так. Опа-на, что здесь есть. Так, телепортик, да? Куда ведет, конечно же, ХЗ. Так, понятно, понятно. Ну, само собой, прежде чем убрать, надо досмотреть тогда. Варианта 2. Короче, это вернуться туда-назад. Разумеется. Ну, где эти были? Убили, где меня. Ну и тогда вставляем, теряем 2 мечевидных ключа, чтобы уже забыть об этом вот здесь вот деле. Как-то мечевидных ключей говорили много, но попадается их не очень много. На самом деле. Опа, это я на самом верху. Помните, где мы снизу-то видели? Так, игра мне предлагает по этим прыгать, что ли? Похоже на то. Ну, то бишь на ту часть. Вот, как бы я их трачу-то трачу, да, а прибавлений как-то, ну, очень редко. Так, сейчас я еще гляну. Ну, это не там, где пришли. Ну, и здесь сюда, понятно. Других путей, наверное, нет, если нет секретной какой двери, я хожу. Так. Ну, давайте, что. Прыгаем. Тихо. Раз. Блин, тут навернуться можно. Два. Не любители вот этих тем. Три. Эти стрелять мечевидные ключи, а потом еще... Там проход какой-то, смотрите-ка. О, так. Замечательно. Тихо. Так, ну мне же наверх типа надо. Но почему он идет вниз? Супер. Просто супер. Куда дальше?
Замечательно. Ну что, как? Ну я не знаю, ну вниз падать высоковато. Не, можно, конечно, применить кошку. Ну, только вместо... Так, стоп. Жизнь будет. Хотя, мне кажется, это вряд ли. Ну, сильно высоко, ну хотя похуй. И куда это мы пришли? Блин, они их призывают, оказывается. Это косяк. Мне-то показалось, это то же место, откуда, где мы были. Но, по-моему, нет, здесь мы не были. Проклятие посева. Слышишь, какой-то сюжетный предмет, да? Так, проклятие с тела жертвы поедателя отбросов. Проклятие с тела убитого с оскверненным поедателем отбросов. Это изматывающая хворь поражает тела знамений наростами. Поедатель отбросов выращивает на трупах проклятие посева. Таким образом, он не допускает душу мертвых к древу Эрт, и те навеки остаются прокляты. Это одно из множества замерзительных явлений в Междуземье. Ну, короче, какая-то вещь. Так, праг Змеилюда. А, ну, кошка правда все еще обитает дух. Так, призрак уродливого Змеилюда, вооружен лавовым кнутом. Говорят, давным-давно старый змей, обитавший на вулкане Гильмер, поглотил одного полубога. Это и положило начало роду Змеилюдов. Так. Хорошо. А, это вот с той стороны, помните, где я говорил наверху, там эта штучка. Да. Угу. О, пришли мы в то место. Так, ладно, с этим потом. Сейчас здесь вот разберемся, что еще лежит. Блин, а как вот там вот наверху? Ну я еще раз вернусь, там пропрыгаю. Можно было, ну где, откуда стрелял это, да, маг? Как-то же можно туда попасть. По-любому можно. Пепел войны, решимость рыцаря. Блин, сколько же здесь всякого пепла войны? Разного, интересного и так далее. Что это добавляет, да? А это мы, наверное, выйдем сейчас назад. В поместье. Последняя дверь, которая была там не открыта. Да? Ну да. Вот, короче, открыли ее, да, это вот босс с лютиком-то, который... Так, лютик, дружище. Снова здравствуй, добро пожаловать в магазин лоскутика. Ну, я его лютиком называю. Так, что я за это получу? А ты, оказывается, не промах. Я сберег ее для тебя, так знаешь ли, надежнее. На, держи, вот твоя награда за убийство Трагота. Так, магмовый подсвечник. Спасибо. Так, лутик, лоскутик. Так, дружище. Надеюсь, все понятно. Давай-ка мы тебе продадим кое-какие вещи. Во-первых, маговый подсвечник. Обрядовый предмет в виде тройного подсвечника с застывающими языками пламени из магмы вулкана Гельмер. Во время боя эти огни оживают и превращаются в гибкие лавовые кнуты. Особый навык моря магмы у него. Взмахни ты огненным кнутом, чтобы ненадолго окружить себя кипящей магмой. При длительном нажатии вы продолжите размахивать кнутом. Неплохо.
Ну и пепел войны, решимость рыцаря. Этот пепел войны делает вооружение качественным, дарует следующий навык. Решимость рыцаря, техника рыцаря, некогда служивших повелителю Элдена. Поднесите оружие к лицу и поклянись не отпускать, это значительно усилит следующую атаку. Пепел применим к любому оружию ближнего боя. Понятно. Так, с этим все понятно, ладно. А, так, я хотел продать предметы. Так. Так, вот это продать, вот это продать. Так, нет, стоп, это не надо. Вот это. И все, да? Сквалыга. Ты в следующий раз убедись, а ладно? Ладно, ладно. Так, ну-ка, эта мадам нам что-нибудь новенькое скажет. Мне тоже... Короче, она рада, что мы отныне в рядах мятежников. Так, понятно, ладно, в общем, открыли. Ну, по-моему, у нас еще одна есть дверь закрытая, если я не ошибаюсь. Это с той стороны. Или я ее уже открыл? Да, вот есть еще одна дверь закрытая. Дверь не поддается. Короче, есть еще одна дверка. И все, вроде бы. Да, все остальные двери открыты. Ну, нормально, так, потихоньку, помаленьку карту изучаем, да? Ладно, возвращаемся. Так, 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 так. Ну что, иди сюда. Давай, давай, подходи. Так, тут даже... Ой. Блин, а чё я не сел-то, ёпарасоте, на... Да, забыл, сорян. На сам, ну, на благодать-то, чтобы бутылки пополнить. Понятно, что там эти снова появятся, но, по крайней мере, бутылочки пополнятся. Так, туда побежал. Лутик-лоскутик. Успел отпрыгнуть, к сожалению. Да ну как же так-то? Твою мать, блядь. Дрён батона. Аккуратнее надо. Ага, сейчас она. Сэкономил её парасоте.
Как же с вами этими, блин, тяжело, а? Твою мать. Блять. Не, неудачно начал сразу же моментально. До свидания. Давайте маленько передохнем. Фу, подустал я что-то чуть-чуть. Сколько уже стрим идет? А, так уже 2 часа почти. Я думаю, что-то получаться перестало. А когда перестает получаться, такое себе, такое себе. Ветрюсь на лоль прямо. О, хорошо. Блин, ну немножко рад. Фонарик, ну не сказать, чтобы в городе сильная жара, но солнце подогревает.
причем нехило так подогревает. Ах, ладно, погнали. Так, сколько время? 3 часа. Ну что ж, пару часиков осталось. Чуть проветрился. Ладно, пошли. Я не понимаю, что за хуй. Ну блин, не было же проблем. Что за проблемы пошли? Я почему назад бегу? Потому что нам бутылочки понадобится того убить. Может, другим методом как-нибудь. Я пытаюсь отпрыгнуть, но я не успеваю. Это пиздец какой-то. Плохо. Плохо. Ладно, пусть подходят, короче. Как же так? Ни одного удара не нанес. А нет, нанес. Да блять!
Да нет! Сука. Твою мать. Да блять, ну как же так-то? Ну что за нахуй? О, нормально за нее рун, десяточку подсыпали. Так, ладно, фу, загасили. Фу, да, блин, вот если две таких будет где-нибудь там, где не пройти именно конкретно, это будет жестко. Так, ясно, ладно, это мы обошли с этой стороны, да? Конечно, камень мрак. Вот видите, мигает, да? Черное вот это вот мигание. Так, кузнечик, камень мрака. Так, только не говорите, что здесь тупик. Все, что ли, нам идти дальше к этим? А, ну дальше у нас этот, понятно, проход. Куда-то ведет, да? Так, понятно. Блин, мне вот эти мигания графики вообще не нравятся, конечно. Единственный нюанс. Еще знаете, может быть, в чем проблема, кстати? Давайте мигает. О, о, мигает, мигает. Еще может быть проблема, что в окне без рамки я играю. Ну-ка, если полноэкранный режим сделать. Может это или нет? Если тогда я мышкой не смогу за экран, да, вывести? Ну да, совершенно верно. Бывает, кстати, может быть. Так. Не, все равно мигает. Не, не помогло. Ну, может, полноэкранный режим тогда поможет нам. Так, давайте назад тогда проверим, куда телепорт ведет. Все равно мигает. Короче, херня какая-то. Не знаю. Я даже не знаю, что по графике может помочь убрать, не убрать. Тут у меня и так как бы все стоит, ну, в пределах максимума. Ну, размытие только выключено. Качество теней. Ну, как бы такое себе. Так, погнали, посмотрим, куда телепорт ведет, да? А, погодите, телепорт. Мы еще хотели проверить, как туда сверху попасть. Точно. Так, подождите, а телепорт у нас? Так, а телепорт у нас где был? А, телепорт у нас был наверху, кстати, да. Там у нас телепорт. Ну да, тут-то я не пройду. Это же я сверху спрыгнул.
Угу. Вот это вроде бы, да, нет? Что-то я забыл, в какую сесть. Нет. Вот эту штуку забрать, ладно, это потом. Нет, не то. Дорога беззакония, что ли? Нет. А, ну храм Игли, ну блин, там бежать далеко. Ну да, 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 да. А, ну тут же у нас проход. Угу, там, где мы дверь открыли, тогда нормально. Можно, конечно, этих все же попробовать потраить. Но я хочу глянуть, что в телепорте. Ну, куда телепорт приведет. Заново всех убивать, что ли? Ну да, это опять эти, ну ёпарасота. Блять, забываю по этим. С этим повезло. Эх, этот вздор. Все равно мигает. Все равно мигает, зараза. Ну так, где внизу эти штуки, да, скрипят? А, смотрите, тут еще, кстати, проход наверх есть. Мигает, мигает, да, всем, короче, не помогло. Фиг знает, как вот от этого избавиться, мигание. Надо, кстати, покрутить по поисковике посмотреть. Нифига себе. Где он?
наверху, это здесь. Ага, ну все понятно. Так, куда мы? Вниз туда пришли. Так, нет, туда пока не надо. Можно, конечно, пробежать вот эту фигню. А, вот он. Давай, кританни! Не кританул. Так, ладно, давайте про... Так, есть ли тут вниз прыжок? Да, это там дела, вот это вот. Куда телепортик ведет. Правится по между землю. А, то есть вы говорили, какой-то босс в пещере, да? Типа его сначала не убивать, понятно, понятно. Так, это ведет сюда. Короче, тут босс. Тропа для уйденцы. Ну, может быть, это не основной, конечно, босс, да? Но я этого как бы не знаю. Так, ну понятно. Понятно, ладно. Так. Ну что ж, опять назад, да? Надо все-таки проверить. Ну, где эти твари были прыгающие, да? Что там? Или там обычная комната, там что-то есть, или что-то, ну... Блин, проверить надо. Ну, а потом тогда вот эти вот контракты. Вот тут у нас один контрактик. Понятно, понятно. Ладно. Пока оставляем. Так, ребят, 5 человек нас там на стриме. Это босс финальный, который вы говорили в пещере. Но это как бы не важно по факту-то. Если даже это он. Давайте вернемся опять назад. Смотрим, что там внизу. Ну и забрать вот эту штучку надо, когда сверху спрыгнуть. Ну и здесь, в принципе, вулканово поместье, все. Да, такая немаленькая локация здесь у нас с вами получается. Босса ставим на потом. Броню, конечно, получить хочется. Как ни крути, да? Так, слушайте, ну рисковать-то особо-то нельзя, потому что... Это может для меня печально закончиться. Давайте потратим. Так, сколько там надо? Тридцать семь. Пофигу. Вот камушек дали плюс 7, да? Так, что хотел? А. Что тут люто, блин, типа РСТ. Так, ну что дальше? Так, ну я думаю, стойкость, наверное, да, когда качать. Во-первых, нам нужен вес для брони, это раз. Как бы это важно. Не, я не знаю, что там будет за броня. Ну и как бы выносливость повысим. Тоже до 40. 80 уровень героя у нас. Так. Еще бы знаете, что я хотел сбегать. Давайте-ка вернемся мы с вами вот сюда. Попробуем, может, меч можно вкачнуть.
Ну, можно там повысить, нет, я не знаю. Давно не были. Пепел тоже проверить. Здравствуй. Да, я здесь вроде. Селение духов. А, нету ничего. Так, где стоит кое-чем знать? А, это то же самое, она все говорит, это мы все слышали уже. Пока. Войны. Блин, одного камушка не хватает, ёпарасоте. Кузнечный камень 5-го уровня. Блин, а где вот камни-то брать? Короче, не хватает одного камня, обидно, ладно. Возвращаемся. Всего лишь одного камушка не хватило, чтобы оружие улучшить. Так, Волк, ты обещал нам тут помогать, ёпарасоте, еще город Накстрон, там у нас наверху, помните, один висит. Я уже забыл, как к нему туда попасть. А, через 4, а, ну все верно, через 4 этих, через, а, как оно правильно называется, 4 колокольни, да. Так, ну это ладно, это все позже, а вообще-то в 4 колокольни, а, ну метка у меня стоит, ага, все, хорошо. Чтобы не забыть, а то, блин, вот видите. Дальше проходишь, проходишь, все равно начинаешь подзабывать, что где мог пропустить. Блин, хотелось бы фонарик бы, может, с двух сторон. Или как-то побольше. Вот еще непонятно, надо тоже это дело посмотреть. Фонарь как-то монстров привлекает или нет. Тоже как вариант. Я, кстати, потраю с арбалетными болтами. Блин, двое сразу. Неудачно. Это очень неудачно. Это очень было неудачно, но да, да ладно. Одного вынесли. Да ну как же так? Так, надо по одному их, да, я думаю. С этого. А то я сейчас добегу, они снова там на этого. Да, убежал. Не понял, а что за нафиг?
Блин, чуть-чуть маленько не хватило им. А, они... Теперь более-менее. А, еще две лягушки. Раз все получилось. Так, а здесь всего лишь навсего луда. Кузнечный камень мрака 6. Так, нам пятый нужен. Так, ну что, все тогда получается босс у нас, да? Раз мы здесь все обошли. Единственное, что вот мне непонятно, что же все-таки там сверху, да? Можно ли... Может быть, я там пропустил. Ну, где эта комната? А, так, вот еще ту стену проверю. На всякий пожарный. Ну, нифига. Не, не пробивается. Ясно, ладно. Так, а что это мне персонаж на попу упал? Это за болтов, что ли? Понятно. Ладно, пошли. Там еще маг этот гребаный, да? Тоже мозги клей. Не там этого убивать, что ли? Забрали. Давай уж.
Наверх, 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 да? А, тут, блядь, тут еще эти жабы. Ой, япона мать, ну да ладно. Длина шея, длина ноги, да? Так, 3 бутылки осталось. Так, ну этого не обязательно убивать. Так, вот здесь вот мне непонятно, сверху вниз. Тут вот, как на ту часть карты-то попасть надо было. Вот видите, туда вот, в ту часть. Вот видите, туда наверх. Блин, ну тут вот непонятно. Так, тут этот стрелок гребаный. Так, щит работает, работает. Ну это вниз ведет, а как попасть, вот видите, вот на ту часть карты? Вот туда вот. Блин. Короче, походу, другим каким-то моментом, да? Ну, потому что, ну, здесь-то точно нет. Ведь это вниз. Вот как вот туда вот до этого? Ну, тут-то вниз только. Да, не вижу я только. Это вниз. Вниз. Ну и все, опять я в самом низу, как говорится. Где эти твари? Странная канитель, ладно, неважно. Блин, а. Ну как бы важно, конечно, но... Такое себе. Так. Непонятно, значит, да? Ну что тогда, ладно, ребят, на этом будем здесь завершать. Спасибо, кто сегодня заглянул. Пятница, пятница. Забегайте в телеграм-канал, в общем, найдете там. Сегодня будем работать, много чего буду показывать интересного. Но все будет дальше в телеге. Так, значит, на следующем стриме по Elden Ring. Ну, в общем, как-то так. Идем потихоньку, да, вулканово поместье. Ну, тут босса оставляем пока. Скорее всего, вот здесь надо будет посмотреть, что у нас, да? То есть, почему эта метка показала сюда возврат. Ну, типа, наверное, к боссу, да? Ну, раз там босс, оно и понятно. Это, в общем, помните, где мы остановились тогда, да? Ну, и тут у нас сам запрос где-то. Ну, я думаю, с этого запроса мы следующий с вами стрим-то и начнем. Я надеюсь, что... А, запрос... запрос где-то у нас внизу, да? Ладно, будем разбирать. Я помню, да, мы здесь бегали. Кстати, мы прибежали, я помню, сюда даже, да? Наверх. Да-да-да, мы как-то, помню, вниз-то спустились. По-моему, вот отсюда мы даже начали. Последним у нас был костер. Вот с этой стороны. Там еще два здоровых какой-то у нас... Во-во, Плата Альтос, да-да-да-да-да. Вот отсюда мы уже прибежим сюда. Кстати, интересно, а вот отсюда... Тут ведь вниз надо. Ну-ка, погодите, дайте-ка, я просто по-быстрому хочу проверить. Чтоб нам, короче, не тратить на это время на поиски, а уже чисто тупо пойти дальше по сюжету. Ну-ка, по Плата Альтос, если пробежимся. Ой. Давайте быстренько в эту сторону сгоняем. Потому что внизу, вниз-то у нас здесь.
Просто хочу глянуть точку, тут она или не тут. Так, это вот придет. Вот. Тут мы уже были, кстати, я помню. Как-то бегали вот в этой части карты, да? Смотрели, помните, тут поглядели. Тоже, возможно, что-то. Ну что ж, будем дальше глядеть. Открывать пещеру, искать. Это что такое у нас тут, идет, твою мать? Так, пока я на это даже отвлекаться не хочу. Да, помните, вот эту, где я штуку снизу смотрел? Так, а где моя метка? Метка-то у нас наверху почему-то показывает. Ну, блин, ну как же так-то? А, стоп. Только не умри. Нет, нормально, не умер. А, вон она, наша меточка. Так, надеюсь, тут можно будет спрыгнуть? Да, можно будет. Ну и вот здесь вот. Я так понимаю, мы сможем, да, вот, а, вот в ту местность, да, мы, кстати, не были с вами ведь здесь, вот этот вот город, ну, ядовитый или что, вот это такое вот местность. Да, я думаю, давайте, следующий стрим мы начнем с этой темы. Все, спасибо, ребят, давайте, всем удачи, на этом все, вот с этим мы сразимся уже в следующий раз. Так, автозахват цели выключено. Так, не знаю, поможет полный экран или нет от, ну, геймпаду, ну, ладно, оставлю, короче, полный экран пусть будет. А там как бы поглядим. Все, ребят, всем хорошей пятницы. Не забывайте про группу ВКонтакте, там видеозаписи полные, без всяких вырезаний. На ютубчике тоже есть. Опа, опа, мне тут что-то мигнуло, да? Опа, интересно. А, что-то мигнуло, да, черный экран. О, все, появилось, все нормально. Вот, про Дискорд тоже не забывайте, забегайте, скидывайте ваши интересные вещи. Ну и хороших выходных и игровые стримы. Не уверен, что будут, но в телеге будет интересно. Забегайте, жду вас всех там. Увидимся. Ну и, конечно же, удачных дел. И самое главное, будьте аккуратнее. Сами знаете, что происходит. Берегите себя. С вами был Андрей. Пока-пока. Андрею спасибо еще раз за донат за 1000 рублей на поддержку телефона. Скоро купим. До встречи.